Мама, почему ты сидишь в коридоре? Стражу преступника, а он меня песнями развлекает. На роли матерей режиссеры подбирают актрис с особой тщательностью. Зрители должны видеть в них воплощение доброты, заботы, понимания, терпения и любви. Буквально физически чувствовать тепло. Однако судьбы актрис, которые запомнились и полюбились благодаря этим ролям, далеко не всегда складывались безоблачно. И каждая из них, подбирая ключ к образу, думала о чем-то своем. Всесоюзная мама Нина Сазонова так и не нашла общий язык с единственным сыном. Мировая мама Любовь Добржанская считала себя вечной вдовой. У киноматери героини Натальи Гундаревой не было детей. Кто-то из них искал счастья в материнстве, но не смог повторить экранную судьбу. Кто-то напротив, судьбы, как в кино, не желал.